Друзья, всем привет! Сегодня я нахожусь в Ялте, в отеле «Крымский». Сюда я специально приехал, чтобы провести аудит этого отеля, рассказать о его преимуществах и порекомендовать руководству отеля, как развиваться дальше. Сейчас я проведу для вас видеоэкскурсию по территории отеля. Буду рассказывать, а вы будете смотреть на территорию отеля. Поехали. Итак, значит, у отеля небольшая территория, но достаточно уютная. Посмотрите, здесь такой мини-парк у них находится. Ухоженная территория. Бассейн с пресной водой. Он не подогревается, вода нагревается самостоятельно, естественным образом. И также есть вот детская зона. Посмотрите, видите, небольшой тут лягушатник, где детям, в принципе, невозможно утонуть, потому что он мелкий. Так, значит, здесь зона для приема солнечных ванн. Идем дальше. Значит, вот сам отель, смотрите. Новый, в хорошем состоянии, хотя построен был в 2002 году, все на уровне, я вам скажу. Важное преимущество, своя парковка, смотрим, вот она. Значит, здесь, по-моему, около 10 машин в месяц. Вот смотрите, видите, разметка идет аж туда. Ну, минимум 1, 2, 3, 4, 5, 6, да, 10 машин. Идем дальше. Так, смотрим, здесь парковая территория, у них есть также своя смотровая площадка, здесь также можно проводить занятия пилатесом, йогой, они, кстати, здесь и раньше проводились, фитнес, вот с таким прекрасным видом, на Ялту и на горный массив, посмотрим. Смотрите, шикарный вид, я скажу. Шикарный. Море видно с верхних этажей. Так, идем дальше. Сейчас зайдем, посмотрим. Ресторан, мне он тоже понравился. Оформлен минималистично, но очень уютно. Так, вот с этих этажей, с верхних, море видно. Отдыхающие уже есть. Я уже сделал опрос. Всем все нравится. Хорошее отношение к гостям. Вкусно кормят. Вот. Отдыхающие. Так. Значит, вот такой вид. Вот здесь. Вот здесь ресторан. Тоже с таким панорамным видом. Вот так. Континентальный завтрак, обед и ужин по выбору из меню специально готовят. Так, идем посмотрим внутри отеля. Вы знаете, я поговорил с директором, поговорил с персоналом. Они говорят, у нас такой семейный отель. Для детей, конечно, развлечений нет, но те, кто приезжает на море, им тут очень комфортно. Вкусно кормят, хорошие номера. Нормальное обслуживание. 40 номеров. Так, вот здесь входим в рецепцию. Смотрим. У них тут оказывается очень много знаменитостей. Отдыхали. Вот актеры известные и не очень известные. Идем посмотрим номера. Поднимаемся на четвертый этаж. Лифта здесь нет, но кто хочет похудеть, идеально просто. Так, это второй этаж. Это третий этаж. Все, собственно, достаточно новое. Чистенько, аккуратненько. Так, мне дали 408 номер.
Ищем 408 номер. Значит, смотрите, здесь разные категории номеров. Здесь есть полулюкс, здесь есть стандарт одноместный, в котором, кстати, двухместная кровать стоит. И из этого этот одноместный номер пользуется очень большой популярностью. Значит, здесь кулер с водой, Wi-Fi по всей территории отеля. Есть стандартные номера, есть улучшенные. Мы сейчас заходим в улучшенный номер. Так, смотрим. Значит, смотрите, здесь кондиционер, здесь вот такая просторная кровать. Можно поставить детскую кровать за доплату. Значит, новые телевизоры, чайник. Там вот я вижу набор чайный, холодильник. Значит, балкон. Балкон. Сейчас я вам немножечко покажу подробно. Вон море видно. Так. Так. И смотрим сейчас. Давайте посмотрим. Да, кстати, подушки обновили. Здесь новые подушки, очень удобные матрасы. Сейчас шкаф тут есть. Вот такой, в принципе, просторный. Не знаю, увидите его, не увидите, но должны увидеть. Так, и смотрите, здесь совмещенный санузел. Дают полотенце и для бассейна, и здесь, чтобы в номере пользоваться. Здесь душевая кабинка. Новая плитка. И представьте, отель без звезд, но дают вот тут наборы. Вот таким вот образом. Так, выходим из номера. Закрываем. Так. Ну и, в общем-то, вот все просторно. Просторно, симпатично, уютно, в хорошем все состоянии. Так что, друзья, в описании к видеоролику мои ссылки на телефон, на e-mail. Звоните, пишите, порекомендую вам хороший отель в Крыму. И тут же в описании к видеоролику оставляю прямой телефон отеля. Пока.